Девятый выпуск шоу «Холостяк» был довольно насыщенный на события и эмоции. Своими впечатлениями о выпуске решила поделиться и Даша Ставнича, которая получила в девятом выпуске уникальную возможность побывать в номере «Холостяка». Девушка отметила, что для нее это была идеальная неделя, которую она запомнит навсегда. «Девятая неделя была идеальной. Мне просто срывало голову от эмоций. Я наслаждалась каждой минуткой вместе. На миг я забыла о том, что вокруг нас есть еще кто-то. Миша всегда проявлял заботу о нас. В этот раз я хотела позаботиться о нем». Также Даша отметила, что она была очень удивлена, когда Миша решил исполнить ее желание, которое она написала на воздушном змее, хоть тогда она и не выиграла. Пара все же ныряла с аквалангами. Плюс ко всему, эта церемония роз для Даши также была лучшей, ведь она получила заветную розу самой первой. У меня на этом все. Услышимся!